почтальон. С возвращением. Готово, готово, готово. А ты тоже сейчас у него? Перебено. Так, что у него есть? Снайперская винтовка, я какую-то не подобрал. Всегда рада тебя видеть, страж. Так, это мне заходи не надо. Заходи еще, страж. Бенчер. Так, поручение. Завалы. Поговорит с завалы. Хочешь взглянуть, страж? Вон там что завал стоит. Рад, что ты снова с нами. Контракты. Снайперские винтовки, убийства, мечи, способности, пустотные. Так. Рад, что ты снова с нами. Сезонные ранги. Нажмите D, чтобы не перейти на вкладку сезонов. У тебя не написано сезонные ранги? Где ты, про что? Снизу ничего не написано. Где же это будет написано? Так. Если просто ходишь, нет, ничего не написано. Найти распорядитель горнила во дворе башни. О, сезоны. Мне сезонный подарок какой-то дали, модуль улучшения. За репутацию или нет? Сезонный подарок. Абонемент какой-то. Модуль улучшения, блеск. Выберите поручение вверху, чтобы забрать его. За абонемент, я не знаю. Тут есть получите сезонный абонемент, разблокируйте новые экзотические предметы. Зайди в сезон, у тебя нижняя полоска открыта или нет, или закрыта? А, не хватает получить. Каждый новый день. Во, получить можно, да. Сейчас получать буду. У тебя нижние открыты, серьезно? Нижние. Подожди. Потому что он только за деньги, по-моему. А, да, он за деньги. Ну да. Так. Верхние, они бесплатные, а вот нижние за деньги. Ну, как не за деньги, а тут надо абонемент сезонный. Поручение найти распорядителя горнила во дворе. Миссию, тебе опыт даются, вот, и ты забираешь эти всякие подарки. Танцы, тут броня, еще что-то. Мне надо отдохнуть. Энграм. Горнила во дворе. Я взял. Вот он. Не надо. Эверверс не просто название. Это так, найти га. А мне за. Есть это поручение, найти горнила какого-то во дворе башни. Ты не знаешь, где его найти? Эверверс не просто название. Это гарантия. Алло. Ты тут? Да. Так, горнило надо найти, да? Вон там он. Думаю, а как туда попасть? Ага, и направо. И вот сюда вот. Попадались серьезные противники. Иди, озадачь своих друзей. Мне горнило надо найти какого-то. Кого я только не убил. Как... Этот... Ты не поверишь. Это онлайн. Видел, что тащит мой корабль? Онлайн. Мне это ни о чем не говорит. Онлайн игра.
Горнило. Вот если в пункт назначения доведите до совершенства свои навыки и выйдете победителем из боя против других стражей. Это мне, в общем, надо поговорить с лордом Шаксом. А, вот, поговорить с лордом Шаксом. Все. Его я затупил. У меня тоже эти задания висят. Потому что я со своими чувствую. Этим компьютером в онлайне мне делать нечего. А ты не знаешь, где это лорд Шахт? Как ты там? Он где завала, по-моему, Шак, там же Шакс. Стоит рядом. Лорд Шахт слева от завала он стоит. А, все, понял. Сейчас тогда перемещаемся сюда. Там, где спасибо. Это оружие. Собственно говоря, кто-то. Получите контракт Гамбита, Прайм, Мускетальцы. Блин, может попробовать в Эрмитаж онлайн сходить? Чё попробовать? В онлайн может попробовать один раз с тобой сходить. Так, вот лорд Шакс, вот с ним. Страж, у меня тоже задания эти висят, но я их пока не хочу. Ты уже столько сделал. А теперь горнило лорда Шакса тебя к ним подготовит. На моей арене, если Титан перекроет тебе дорогу, сокруши его. Если охотник вызовет тебя на поединок, сломай ее клинок. Если ва... Так. Дальше, что мне надо? Блин, и причем вот эти все поручения, 8 штук, они не пропадают, да? Найти скитальца в крыле башни. А скиталец ты не знаешь, если выполняешь, то все нормально. Они пропадают? Не закончено, страж. Если выполняешь, то пропадают, да. У меня что-то 8 так стоит, короче. Ничего не убавляется. У меня больше. У меня их штук 20, наверное, сейчас. Рано или поздно тьма снова окружит нас. Скиталец. Просто там одно задание, они очень долгие, короче. Так, поручение. Главное, борется с скитальцем. Оружейное ядро, смешанный эфир, корпус пулемета черного арсенала. Ага, вот он. Открыть персонаж. Так, сейчас я сюда вот просто телепортнусь, и все. Милище черного арсенала, триумф завершен. Ух, нифига, тут экзотическое оружие. А, ну нам дополнение нужно, отвергнутое. У меня не лук. Добро пожаловать в Гамбит. Здесь вы будете соревноваться с другой командой в охоте на врагов человек. Так. Там где? Эх, еще клана. Награды клана. Выполните контракты клана. Пункты назначения. Единиц опыта для вашего клана. Гамбит. Вот скиталец Гамбит. Ты не был там? У скитальца был. У меня эти задания висят. Нет, планета меня... Гамбит. Ты не был в ней? Сражайтесь с врагами человечества. Ну, так это онлайн. Если мы сейчас туда пойдем, это онлайн. Че, пойдем, сходим тогда? Ну, пошли. Только вот лидер боевой группы может начать. Как насчет Гамбита? Горнило, ключ к победе. Суд? Команда 6-6, боевая группа 1-6 игрок. Преимущество от уровня игроков. Слушай, отключены. Ящик, не болтай сержант, об этом в авангарде. Вообще. Деньги будут. Командный ожог. Игрок против игрока. Игрок против игрока. От у всех часть боевой группы должен быть игрока. Слабый синтезатор. Отправляйтесь в место, которое скитались. Где что называет добычи и представляет. А, походу этот один на один дезматч, короче. Сил. Ну тут 4 выбора есть, вот, короче, в Гамбите. Я вот не знаю, куда только. Контроль, командный ожог, стычка. Вот, давай закрытый матч. На рифе бывал. Слыхал, закрытый там матч, все пошло в черту. Нет, боевая группа от 1 до 8 игроков. Совместно состязательный режим. Из высшего измерения. Создайте закрытый матч и сразитесь с членами боевой группы. С членами боевой группы. А, понятно.
То есть, допустим, мы с тобой сейчас собираем команду из 12 человек и играем 6 на 6. Это ты создаешь матч. Понял. В КС-ке я же тоже могу создать игру, и мы с тобой можем только вдвоем. Один на один. Ну в какую, давай, говори, в какую. В суд тут есть, Гамбит Прайм, Гамбит просто совместно состязательный тоже. Стражам всегда рады, на борту изгоя. Вот суд можно тогда. Погнали? А Прайм где ты увидел? А? Я просто что-то там... А где ты Прайм увидел? Гамбит Прайм, нижний. Гамбит Прайм. Игрок стычка, гарнир. Погнали, суд. Уровень 1. А, у игроков нет доступа к этому уровню. Контроль, вот. У нас нет, нет, у игроков нет доступа к этому заданию. Сейчас попробуем совместная игра. Как насчет гамбита? Все равно стоишь без дела. Ну вот гамбит тогда давай. Гамбит Прайм. Сейчас посмотрим, что это у нас такое. С одним раундом. Давайте защищать его. Просите с ним. Давайте колодцы светом. Совместная игра 4 на 4. Боевая группа 1 на 4. Игрок. Преимущество от уровня ПВП включены. Блин, такой бред. Сейчас посмотрим, попробуем. Преимущество этого включено. То есть, допустим, если ты будешь там, я не знаю, тысячного уровня, а я, допустим, 600-го, вот это вот будет круто, конечно. У него все эти преимущества будут включены. Мне вот еще интересно, опыт-то, блин, он убавляется, если я оружие поменяю? Вот 786 у меня. Ну, смотря, если ты хуже оружие поставишь, то да, сила у тебя меньше станет. А то я хочу базуку вернуть, блин, вместо меча. У меня убавляется почему-то сила. Тут можно посмотреть, у каждого оружия своя сила есть. Не, базука крутая тема. У меня вот есть базука с 806 силы. А, ну а меч у меня 788, то есть у меня меч слабее. Хотя меч у меня легендарный. Можно и легендарные шмотки мощные находить, такой я фиг знает как. 716, есть 829. F1 я могу? О, могу. Кстати, да. 729. 831 у меня даже есть. Это что у нас? Ага, это дробовик я включил. Снайперская винтовка 821. 829 это импульсная винтовка. У меня еще пистолет появился. Опять новое поручение взял. Как эта система вообще работает? Я вот пистолет взял вместо автомата. Он почему-то сильнее, больше сил мне дает. Странно, блин. Вообще какая-то непонятная игра. Ну, здесь что-то там от уровня, короче, зависит. То есть тебе могут и... Я не знаю, вроде вещь выглядит хуже, но защиты у нее почему-то больше. Я не понимаю, как так. Вроде тут даже есть, типа, обычные вещи, там, необычные, легендарные, и есть экзотические. Но экзотическими бывает хуже, чем, мне кажется, самые обычные. Хотя экзотические — это самые топовые здесь шмотки. По защите именно. Оттенки-то у меня есть. 820. Знамя клана. Кстати, у тебя за знамя клана-то есть? Или ты еще не брал? Фиг знает, пока нет. Ты в F1, если заходишь, у тебя справа снизу знамя клана должно быть. Нет вроде. Тебе надо взять у кого-то. О, у нас это, а, есть игрока, все. Есть у тебя знамя клана, ага. Да? Значит, ты брал его. А, сбор у флага какой-то.
Гордость титанов, перекрестие. Гамбит правильно. О, заставка. Второго шанса не будет один раунд. Да, у меня тоже есть. Оп. Ага. Презренные наступают. Ну что ж, соперник собирается их частицы тьмы и внесите частицы в банк своей команды, чтобы получить очки. Соперника собирать их части тьмы и вносить частицы в банк. Ага, то есть вот мы появились, да? Ну да, мы появились. Блин, у меня меч опять. Враги приближаются к базе. Где наш... А я бегать-то могу? Могу. А сражайтесь с соперником, чтобы вносить частицы тьмы, вносите частицы в банк своей команды, чтобы получить очки. Надо противников убивать. Найти бы их еще здесь. Вносить в банк какой-то. Я их вижу, я уж мочу их. Да? А я нет. Архат, у нас уже минус один. А, да, вон он. Тяжелые боеприпасы. Я что-то взял, не понял. Я что-то не могу понять, где они. Враги большой защитник приезжает. Может, тут надо противника убивать? А, вон к степям надо идти. Вражеский захватчик! Ай-яй-яй! Страж убит. Я вижу важную цель. Нейтрализован. А, ну. Захватчик смылся. Потом. Так, меня как-то где-то убивает. Давайте вытереть свои очки. Свои часы, внесите их в банк, чтобы это не произошло. Блин, чё за банк? Где его найти? Я фиг его знаю. У нас вообще гип стоит просто. Вот у меня собрана одна частица уже. Да, я вижу. А чё это за частицы-то? Как они выглядят? Вот, я не знаю, после смерти, наверное. Треугольнички такие вроде, белые. А, я тоже собрал. А как их в банк нужно как-то внести, потому что мы сейчас проиграем. Так. Да, в какой-то я хрен банк. Узнаю, где этот банк. Вот я, а нет, я еще что-то нашел. Да, мы точно сейчас просрем. Ух, нифига, меня еще и затягивают куда-то. Вражеский захватчик! Ай-яй-яй, меня сзади кто-то с меча убил. Меня сзади кто-то с меча убил. Захватчик, дай меня скрыть. Тоже. В следующий раз вам повезет больше. Все-таки они на карте, походу, бегают. Я, блин, короче, вижу, надо только... где-то банк найти, куда складывать. Эти частицы у меня выпали.
Что за урон-то такой, блин? Это не так. Блин, опять убили меня. Урона я им по 44 наношу. Какой-то охеренный прям урон. Ты готов? Вам идет захват! Ой, вообще. Классно. Опять этот петух меня убил. Вован. 920 силы у него. У нас прям здесь на базе. Захватчик мёртв. Можно продолжать. Ты его убил, да? Да, 4 частицы забрал. Отнести ты как? Я хрен его знаю. Отряд у Мура. Как можно наносить по 16 урона? Ой, у нашего типа вообще 7 частиц. Ваши соперники призвали первобытника. Если они уничтожат его, вы проиграли. Портал готов. Пора их навести. Портал. Тут есть какой-то портал. Нам что, в портал надо, что ли? Союзник на чужой территории. Уже убирать уже. Важная цель уносит ноги. А, я к ним на территорию попал. Да, мне бы убить сейчас кого-нибудь пока здесь. Важная цель ускользнула. Ну, догоните в следующий. Ну да. Можно мне стрельбу нормальную, пожалуйста? Спасибо. Короче, когда в этот портал входишь, ты попадаешь к противнику. Тут, короче, походу кидать можно этих врагов, вот которые враги сейчас на нас наступают, просто обычные боты. Их можно, видать, противник их нам кидает, и мы им можем кидать как-то. А где этот портал? Я не вижу его. Лазучик. Их ни хрена тут частицы. Я собрал 9. Ваш союзник вернулся ни с чем. Я собрал 10. У меня 9, несите для призыва для маленького защитника. Дай их вносить, я ничего не понимаю. А, вот, ё-моё. Чё, куда, это... говори быстрее. Вот беги ко мне, внести частицы. А, внести... маленький, точнее, 10-14 средний защитник, 15 большой защитник. Короче, здесь друг другу противников надо кидать, и... Враги, а, вот тут... Да куда кинуть частицы, ты мне скажи. Портал готов. Подай пушку и вперёд. Степи надо отнести или куда? Где рядом с пар? Вот, иди ко мне. Бур надо. Не-не-не, иди ко мне. На меня посмотри, а где. А ты где? Я не знаю, тут много всех. Так оглянись. Короче, я в портал какой-то попал. Тут нахера врагов. Ваш союзник на вражеской территории. Блин, я умер, короче, в портале. Все это стрел. Ты мне скажи, куда положиться, ё-моё. Так ко мне, как я тебе объясню? Я не знаю, где ты. Нет. А на чё рядом со мной, рядом со мной. Вот, иди ко мне, я прям рядом стою с этой штукой. Вот, вот сюда, вот в неё. А вот портал стоит, вот он. И да, чё, я стрелял. Вот в этот портал вход. Нет, надо вот в эту штуку ложить. Вот в эту штуку через ложь е, ты. Да? Ну сейчас да. У тебя просто сейчас ноль этих штук. А потом, короче, ты можешь.
к ним на территорию попадать, короче. Я кладу и на территории к ним захожу, да, сразу? Нет, территория... К ним на территории открывается, короче, не знаю, когда. Просто ложишь, и ты им отправляешь врагов вот этих. Когда портал откроется, он скажет. Воскресительный наш. Но мы проигрываем сейчас знатно. А частицы где брать? Где? Не знаю, откуда-то они выпадают. Может, с противника выпадают. Я где-то находил. Портал готов, иди, иди в портал. А, все, понял. Зачем? У тебя не лагает, ты можешь зайти и убить их. Забрать у них все частицы. Иди в портал, зайди. Или он уже все? Да, уже все. Все, я прошел портал. Не-не-не, ты не... А, ты прошел? Нет, не прошел. Там уже сказали, то, что ваш союзник в чужой территории. У него вернулся. В копилке 2 убийства. Ну, видишь, он зашел сейчас к врагу, убил двух типов и вышел. А желтые и синие полоски, чья синяя, чья желтая? Ну, скорее всего, мы синие. У нас меньше всех. Атака степи. Вот куда она будет? Ага, вот они выпадают. А, вот, частицы сколько выпадает. Да, там частиц много выпадает. Вот у меня сейчас пока 3. Там можно, короче, штук 20 накопить. А, вот портал еще какой-то есть, по-моему. А как частицы выкладывать? Они не выкладываются. А на Е вот. Нажимаешь, и они выкладываются. Внесите как минимум 5 частиц, чтобы отправить одержимого защитника на сторону противника, заблокировать его. У меня сейчас 8. Минимум 5 частиц надо, чтобы, короче, отправить одного стража. Да, да, да. 15 частиц отправляешь, и большой защитник им отправляется. Ваш вот я и про это. Он опять на чужую территорию ушел. Попробуй прыгни в этот портал, вот в этот. Он вообще работает, нет? Куда ты убегаешь? Вон частицы собирать, смотри сколько. Я другой не знаю. Наш захватчик вернулся с двумя убийствами. А, тот с двумя убийствами вернулся. Это у нас, походу, на нас... Попробуй я им сейчас отправить кого-нибудь. Внести частицы. Маленький защитник отправлен. Внесено плюс 8 частиц. Портал есть, по-моему. А, нет, он не работает. О, 11 частиц. Сейчас я им засуну туда. Портал заработал. Ты достал эту штуку. Так. Неплохо. Че, мы выиграем вроде, да? Ну, вроде как. Я вообще минимальный урон наношу. Я не знаю, тут, походу, какую-то топовую пушку надо иметь, чтобы здесь выигрывать. Тебе надо тоже в портал к ним. Он походу заходит, убивает, у них все частицы отбирает и к нам потом. А, ну классно, 12 урона наносить, это, конечно, очень круто, в голову. Осталось 30 секунд. Чё, осталось 30 секунд, говорю, чё? Забеги ты в портал, попробуй. Бегу. А, сейчас он уже
он сейчас уже. Блин, надо ответить, когда он закрывает. Забегай в портал, забегай. Сейчас он забежит. Нет, ты не успел. А когда он открывается, ты не скажи, я буду забегать. Так он тут же говорит. Блин, вражеский портал, типа, к врагу, типа, можно попасть тут же этот. А соперники как ни крути, молодцы. Серьезно, мы проиграли? Ух, ни хрена мне тут выпало сколько всего. Ваша команда. Ну да, у них, конечно, типа там 43 внесено. Враги 80. У нас вообще... Ну там типы уже знают, что делать надо. Ну да. Ну да. Тут там целая куча оружия выпала. F1. Ладно, надо мне разобрать будет все это, конечно. Причем, когда что-то устанавливаешь, что-то хоп, устанавливается прям. 731, 732 ракетная установка. Вот у меня 796. Тут еще надо разбирать, у меня целая куча этих вещей, я не знаю, они пропадают у меня потом или нет. 730. Автомат какой-то дали. 22. Ботинки мне какие-то топовые подъехали, 835 защиты. 820. Так, ну вроде. Предметы вот мне надо отдать. Так, ладно. Мы опять что ли игру начинаем? Гамбит Прайм. Не-не-не, я отменил. Где? Я сейчас вышел из этого режима, у меня заставка пошла какая-то. Ну, мы скорее всего просто задание какое-то выполним. Сада задала вопрос. И вексы стали ответом. Ради него они готовы на все. В жизни всегда есть симметрия. Врата открылись. Вексы наступают. Новый раз появилась какая-то вексы. Вексы — это, по-моему, враги. Ну да, вот через портал они приходят.